титульное противостояние. Поехали. Возможности для защиты в этой позиции. Еще момент для удара. Локти подключает Сафари. На короткий вдоль, да, проходит даже этот удар, и это тоже. Юсупу очень тяжело, но это чемпионский бой. Нужно как-то выбираться из этой борьбы, будет и переходить, возможно, на рычаг локтя на суд Сафари, или же будет просто разбивать оборону. Вот такими вальсиями, да. Попадание. Сбивает удары. Продолжает отрабатывать правой рукой, меняет траекторию попаданий. То локтями, то кулаком бьет Сафари в область виска, в область скулы. Очень все это неприятно. Но продолжает терпеть. И перекрывается, но сил на прям активное добивание у
Сапари нет, а это очень жесткий удар все-таки на коротке. Получается еще один удар в голову. Перекрыт Юсуф. Вот много точных попаданий, в том числе этот раунд превращается для Юсупа Шуаева просто в настоящий кошмар. А это только четвертый раунд, впереди еще будет пятый, возможно. Если Юсуп сможет защищаться. Если первый раунд 10-8, то это тоже 10-8. Однозначно. Хотя мы знаем, что есть люди, которые вообще все равно не ставят 10-9, какой за выигравшего бойца и все. Последняя минута четвертого раунда начинается из последних сил. Броняется Юсуп Шуаев. Да, 50 секунд. Очень много урона здесь не принял Юсуп Шуаев. Перекрывается. Хорошая работа Мадона Сафари. Неплохой темп. Боковые удары. Да, видит это Артем Олегченко и предупреждает как раз Юсупа Шуаева. Возможно, все закончилось здесь и сейчас. Раз, два, три, четыре. Еще одно предупреждение от Артема. И уже сам Сафари просится.